Привет всем, привет Ютуб. Мы тут в Супер Авто Зверей играем, продолжаем. Нам нужна победа для одуванчика Рэбэрин Дэндила, чтобы у нее ножка быстрее лечилась. Окей. Поехали. Просто 10 кубков. И что я вижу? Это гусь. Я его практически не боюсь. Казино. 8 кубков. 2 опоссума и гусь. Ну, это прямо комбо. 2 опоссума и гусь. Я их вообще не боюсь. Давай вот так. Окей. Бульдог, бурундук и сорока есть еще. Ну вот, из всех этих зверей я бы не сказал, что прям вот кто-то мне сильно нравится. Когда-нибудь мы попробуем билд на золото. Точнее, мы его пробовали и не затащили. Но пока я оставлю наших опоссумов. Опоссумы с гусем отличные, крутые ребята. Настороженные, беспомощные, лакомые, носы, попрыгунчики, реакторы. Лакомые носы. Окей. Мы так не будем делать. Настороженные. Окей. Беспомощные. Лакомые реакторы. Все любят реакторы. Когда у тебя реактор лакомый, то это хорошо. Осторожные носы. Может было настороженные носы. Согласен. У них сурок. Сурок работает в конце. Я не знал, что сурок в конце работает. У нас есть 3 опоссума. Окей, снова гусь плюс шелкопряд, комбо. Знаешь что, давай попробуем вкачать гуся. Генерал опоссум, да? Смотрите, что я думаю. Если мы найдем на следующий раунд зверя с хорошим эффектом теряет сознание, мы можем продать 4 опоссума и сделать такого мега опоссума. Либо мы можем сыграть в опоссума Мус Максимус. Великий опоссумус Максимус. Знаете что? Опоссумус Максимус, поехали. Великий гладиатор на арене Рима. Лакомые реакторы против заманчивых орешков. Билд на генерала свина и короля бобров работает, мы проверяли. По-моему, нас законтрят сейчас трубами. Хотя, да, законтрят. Ну ладно, мистер Твиз. Теряем сердечко, но... Третий раунд нам лечат сердечко, все нормально. Гусь! Мы видим гуся. Так, а вот и ходулочник. Зверек теряет сознание, получаешь плюс 3 трубы. Ну вот мы можем прямо раскачать этого ходулочника. Просто вот всех опоссумов продать. Но знаешь что? Давай попробуем что-то новое. Опоссумус Максимус. Мухоед. Появляется враг, наносишь 2 урона случайному врагу. Окей. Ну мы точно хотим гуся купить. Я думаю, ходулочник тоже отличный выбор. В начале. И мухоед. Типа мы здесь всех можем купить. Давай опоссума поставить большого. С гусями он должен вообще тащить. И в таком случае яблоко в заморозку. Качать опоссума. Муравьи, кефалоты когда-нибудь тоже будут работать. Поехали. Куси-гуси. Гусь делает кусь. Бульдог. На бульдога не сработали дебафы гуся, но мы затащили. Без проблем. Пёсель пришел. Есть победа. Точно. Опоссум вперед. Так, гусей соединить. Я найму пингвина и продам пингвина. Баф на гусе меня устраивает. И это будет опоссум 3 уровня на следующий раунд, окей? Пока что давай вот так 2 ходулочника поставим. Опоссума я нам заморожу. Окей, это уже слишком много опоссумов. Иногда наступает момент, когда твоих опоссумов слишком много становится. Поэтому черта должна быть проведена здесь.
Проблема в том, что опоссум сам по себе ничего не делает. Но знаете что? Вы что, хотите жить вечно? Он заслужил это. Лакомые реакторы и холодные роботы. Но в моей стратегии есть логика. В этом безумии есть логика. Просто опоссум очень большой и сильный. Он выносит в одно лицо все команды вражеские. Он так хорош. Поэтому не вижу смысла этого не делать. И гуси, и опоссумы. Ну, погнали. Так, ну сначала опоссум. Птица-секретарь. Два друга теряют сознание, друг позади получает +3/+3. Интересно, интересно. Окей, а гусь? Так, ну это судьба. Два птицы-секретаря. Ладно, тогда будем считать, что птица-секретарь судьба. Тогда давай соединять вот этих ребят и нанимать... Он по телефону звонит. Он секретарь. Он птица-секретарь. Птица-секретарь с рыбой комбится, да? Рыба, птица-секретарь. Делаем призывы. Алло? Секретарь? Смотри, фоны, когда у нас одинаковые, они соединяются в один большой красивый фон. Прикольно. Секретарь с призывом комбится, а не с рыбой. Ну так, а рыба с призывом тоже комбится. Они, короче, друг друга дополняют, я имею в виду. Газель. Без пассажиров. Так, третий ранг нам нужен для салата. У нас третий ранг только мухоед. В общем, давайте так. Чтобы два друга теряли сознание, секретарь должен стоять здесь и должен какой-то призыв быть. Либо пока вот так. В общем, найму я пока секретаря на секретаря. Секретаря для секретаря. А вот рыба... У нас есть две рыбы и ноль призывов. Знаете что, чат? Знаете, какой мы билд давно не делали? Кстати, опять опоссум. Мы не делали билд на призывы без призывов. Что если мы сделаем билд на призывы без призывов? А то что-то все слишком хорошо в последнее время идет. Как насчет призывы без призывов? Как вам такая вечеринка? Поехали. Погнали. У нас есть секретарь и птица, но нет призывов. Лакомые реакторы. Против угрожающих смартфонов. А у нас есть птица-секретарь. У нее мега крутой смартфон. А большие статы. А кто их так набафал, интересно? Бабуин? Что-то наш план провалился. Вы видели, какие статы были у них? Ладно. Так, ёж, зверек теряет сознание, получает 5 здоровья. Овцы, бык, друг впереди теряет сознание, получает бафы. Не-не-не, нам нужны... Нам нужен слизняк по большому счету, да? Типа слизняк это наша мечта. Мечтаю о слизняке. Сплю и вижу слизняка. А еще нам нужны картошки. Для того, чтобы дать их секретарю и птице. Это будет потом. Сначала нам нужен слизняк. Сайга. Сайга классики. Ну давайте попробуем без сайги поиграть. У меня плохое предчувствие. I have a bad feeling about this. Знаешь что? Скопа пойдет. Скопа лучше, чем ничего. А то мы сейчас будем этого слизняка искать до скончания времен. И никогда не найдем. И тут останемся... У разбитого корыта, да?
Окей, ходулочника продать, скопу купить. Летит как вертолет. И... Два друга позади получают плюс 3, плюс 3. Что? Секретарь бафает двоих? А? Написано, друг позади... Ой, у меня, наверное, инсульт. Друг позади получает плюс 3, плюс 3. Я прочитал сверху два друга, а потом соединил... Я прочитал верхнюю строчку и соединил ее с нижней строчкой. Я прочитал два друга, а потом начал читать, получают плюс 3, плюс 3. Джонни, это конец, мы все обречены. Окей, защити картошкой рыбу. Лакомые реакторы и несъедобное привидение. Съедобное против них. А обычно бывают съедобные привидения. Я мое предположение, если где-то есть несъедобные, то где-то должны быть съедобные. Да? У них 24 трубы. Не одна, не две, а 24 трубы, Джонни. 24 трубы. Блин. Ламантин. Заканчивается ход. Зверек получает 5 урона и дарит ближайшему другу впереди плюс 1, плюс 2. Ламантин был бы хорош. Ламантин был бы очень хорош. Слизняк! Поги! Мы нашли его. Окей. Нам нужно, чтобы опоссум забафал слизняка. Для этого нужно, чтобы слизняк был единственным другом, который теряет сознание. В магазине? Это невозможно. Мы не можем этого сделать. Все. Окей, мы продаем опоссума, и опоссум бафает слизняка, делает 7-7 слизняк. Вперед, слизняк. В атаку. И гусь следующий на замену. Я не знаю на кого. Но рыба нам еще нужна. О, устрицу заморозить. Устрица это чистый профит. Слизняк может впереди стоять, да? Да, ему без разницы. Сокола вместо гуся. Ну, сокол... сокола надо качать, нам нечем его. Хотя нет, сокола можно было бы качать. Вы правы. Сокола можно было бы качать секретарем. Окей, вы правы. Так, смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Идеально. Нам нужно, чтобы перед птицей-секретарем было четное количество зверей вместе с призывами. Морской лев не подходит. У нас типа билд на призыв. Типа. А 16 труп с одной ниялы. 16 труб с одной ниалы. Не одна, не две, не три, а 16. У нас есть гусь. Маленькая собачка. И ничья. А, не мы, там суслики, мы проиграли. Там скопа в конце стояла. Девятый ход, окей, так. Ну что, сокол, давай. Что теперь? Плюс 6 сокол дает. Что нам поставить еще вместо гуся? Окей, гусь точно должен быть заменен. Он уже не катит. Нам нужны бананы на всю команду. Труп. Два друга теряют сознание. Плюс 6 на рыбу. Но рыба не может пробить... собак призванных. Волк нужен, окей. Нам нужен волк. Вы абсолютно правы. Нам нужен волк. Окей, я шоколад пока замораживаю, мы ищем волка. Срочно. Не птицу секретаря. Нам нужен волк, окей. Ты даешь нам деньги?
есть волк? Много рыбов. Добро пожаловать в наше кафе «Много рыбов». Много рыбов. Ну, ящерица — это что-то. Ящерица — это хоть что-то, да? Я не знаю, какая фигня, ребят. Одну рыбу в центр поставить. Лакомые реакторы и шлепающие ребята. Ребята шлепают. По-моему, если бы у нас была сайга, было бы круче, чем эта птица-секретарь. Ну вот у нас типа есть большая рыба и чего. Ну мы выиграли раунд. Шлепающие ребята не так хороши. Ну, добро пожаловать в рыбу третьего уровня, я не знаю. Зверек достиг максимального уровня. Плюс 3 опыта, плюс 3 атаки призванным зверям. Но у нас все еще здесь ящерица. Ой, сколько шоколадов и слизней. Хуйё. Стой, белуга. Зверек съедает еду, проглатывает зверька с левого края в магазине. После потери сознания выплевывает его на первом уровне. Это пойдет? Мы можем сделать так, чтобы белуга выплевывала слизняка? Если мы проживем еще один раунд. Правильно? Чат. Дадим ей шоколадку, она съест слизняка. И выплюнет его. И мы будем делать 50-50 рыбу в конце, на последней позиции. Которая будет проигрывать 55-50 ретривером. Пожалуйста, рыба, не проигрывай. Рыба! Блин. Окей, наш план сейчас будет приведен в действие. Ящерица, уйди отсюда. Так, короче, что мы делаем? Мы с вами вместе, общими усилиями, нанимаем тебя. Мы даем тебе шоколадку. Ты съедаешь слизняка. Стой, но если я ей дам вторую шоколадку, то она съест тогда собаку. Мне нельзя ее кормить. Белук не кормить. Здесь что-то пошло не так. План закралась. Проблема. Окей, тогда давай купим для, я не знаю, для тебя шоколадку пока. Мне кажется, это все равно не сработает. Но мы сделаем большую рыбу в конце 50-50, а потом она просто упадет от... Ударится, а собаку 50-50 упадет, а у них останется еще один зверь. Это просто невыгодно. Бафы делать, когда мы вместо этого могли делать трубы. У нас были бы собаки. Ну, сейчас посмотрим. И когда мне вообще местами поменяли моих зверей. Мы почему-то выиграли, хотя моих зверей поменяли местами. Я не знаю, что это было. Но мы сделали еще один кубок. Так. Внимание. Нам нужна помощь. О, у нас есть белуга второго уровня. Стой, так... А, там есть слизняк второго уровня у нее в животе. Хорошо. Птеродонт. Друг теряет сознание. Если зверек со способностью зверек теряет сознание, она активируется снова, действует один раз за ход. Вместо скопы поставить.
И тогда белуга будет делать двух слизней. Или вместо птицы-секретаря. Но это не будет работать на слизняка. Надо, чтобы на первой позиции стоял. Каждый слизень будет делать еще слизня. Нам нужно освободить первое место. Не будет работать. Убрать секретаря. Оставить просто рыбу. И все. Смысл тогда? Не знаю. Короче, единственное, что будет делать Пьеродонт, это второй раз активировать белугу, которая призывает слизня второго уровня. Что, по-моему, лучше, чем скопа. И... пускай Птеродон стоит вот так за рыбой. Тогда может рыба разменяться, а он останется жив. Хотя нет, вот так. Короче, это тигра-кит-олень билд у нас, да. Но Птеродон не работает на слизня впереди. По идее, надо бы слизня впереди заменить на кого-то другого. Без призыва, просто сильного. Только я не знаю на кого. У них волк. Вот смотри, у них волк, а у нас нет волка. Подожди, а где еще слизни? А почему... действует один раз за ход. Птеродон действует один раз за ход. И он сработал на слизняка, который не призвался, и он улетел. Фу, блин, это как старая муха, которая срабатывала в пустое место. А потом ее пофиксили и починили, она перестала так делать. Раньше в стандартном паке то же самое было с мухой. Типа, если места не было, она тратила заряды и не призывала. Потом поменяли, что она не тратила заряды, а здесь все еще тратит. Черт. Слушай, а комбо была прикольная. Только надо было слизня на кого-то поменять. О, награда. Нам дали ракету. Кириск. Подожди, ракета — это появление. О, ракетный сброс. Ну все, мы прилетаем на ракетах. Вот это да. Варлок, продолжение новых вампов будет на ютубе? Не будет. Мы в них больше не играли после того, как тогда поиграли новых вампов на стриме. Окей. Мы не получили 8 кубков. Синяя команда радуется, но мы сыграем еще один забег. Короче, по-моему, трубы крутые, ребят. По-моему, трубы просто офигенные. Ну и лучше, чем бафы. Суслик вначале очень сильный, да. Потом его плюс одна труба ничего не дает, но вначале это зверь. А звери — это хорошо, хорошо. Так, улитка конус. Мы, в принципе, можем здесь всех купить. Опоссум пойдет, улитка пойдет. Это мы когда-нибудь сыграем бульдога в какой-нибудь следующей жизни, наверное. Крохотные, дремучие, запутанные фигуры кусты мафиози. Но дремучие кусты слишком просто. Запутанные кусты тоже. Крохотные мафиози? Типа солдатики? Мафиози. Маленькие мафиози такие. Раскулачивают маленьких мышей в клетках. Против невоспитанных простофиль. Мафия вперед. О, да.
похоже на победу. Блин, я не знал, что в конце суслик, если трубой стоит, что он все равно бафает. Гусь пришел, ну, Гуси, знаешь что, мы тебя уже играли много раз. Поэтому давайте наймем сусликов и опоссумов. Вот так вот поставим. И, ну, видимо, суслик сегодня хочет на вечеринку. Блин, опоссумов соединять не хочется. Потому что я, может, их продам на следующий ход. Кого-нибудь забафаю. Ну и сусликов бы выставить отдельно. Ну и что? Улитка конус? Не. Я думал вот что сделать. И это дало нам еще один ролл. Мы наролили опоссума, теперь у нас есть два соединения, что хорошо. Мы, наверное, не будем делать опоссум максимус билдс, опоссумус максимус. Крохотные мафиози против плавных ягодиц? Как это вообще законно? Кто разрешил? Family friendly! Окей, второй ранг магазина. Бурундук, ты продаешь этого зверька? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не-не-не-не. Мы сначала соединяем шушликов. Овцы-бык. Друг впереди теряет сознание, ты получаешь плюс один, плюс два. Билд на призыв. Билд на призыв. Да? Да. Окей. Пока что добро пожаловать, овцы-бык. Ты нам пока пригодишься. Стой, не двигайся. Опоссумы прям сыпятся. И знаешь что? Я не против. Так, снова целимся в слизня овцы-быком. И, наверное, это будет работать. 40 такой плохой. Плюс 2 трубы. Эх. Ну, что делать? Кому сейчас легко? Овцы-бык сейчас нормально постоит. Посражается. Там посмотрим. Быка последним? А почему последним? У него друг впереди теряет сознание. То есть бык должен стоять, короче, без разницы где. Перед ним должен стоять зверь, который призывает. Именно призывает. Опоссумы, сегодня не ваш день. И мы хотим соединить опоссумов на следующий раунд. Реально. Пока что боевых все равно никаких штук нет. Почему бы нам не дать сурку вишню? Хотя, скорее всего, мы сурка потом продадим. Дать быку вишню? Он пока у нас будет в команде. Я не буду прокачивать сурка. Хотя я не знаю, кто мне на втором раунде нужен. Вроде тоже никто особо не нужен. Что я слишком зажадничаю, по-моему? По-моему, я жадничаю. По-моему. По-моему, я руина. Окей, яблоко быку. Мы делаем билд на призыв без призыва, классический. Все его знают, он всегда работает. Ни разу такого не было, чтобы он не сработал. Надо было брать ежа какого-нибудь. Или геркулеса. Все, короче, купили яблоко быку. Слишком сложно. Только мы делаем, по большому счету, гамбит. И что-то у нас не очень получается. Этого следовало ожидать. Ласка. Зверек теряет сознание, ты получаешь плюс одну монетку во время следующего хода. Окей. Ну и что, соедини их. Древолаз. Друг впереди теряет сознание, враг с наибольшим здоровьем получает 3 урона. Я говорю, билд на призыв без призыва. Классический. Нам нужен... Ласка, друг, этот зверек теряет сознание, ты получаешь плюс на монетку.
Можем опоссумами вкачать ласку, и у нас будут все деньги? Окей, купи мне эту лягушку. Давай купим лягушку. И купим летучую рыбу. Классический билд. А призыв без призыва. Я иду ва-банк, мы продаем этого сурка, нанимаем рыбу. Зверок теряет сознание, друг позади получает плюс 4, плюс 2. Но это не то, что нам нужно. Нам нужно два слизняка. Нам нужно слизняк сюда, слизняка перед лягушкой тоже. О, нет. А не может быть хорошей идеей. Еще один опоссум. Скопа! Скопа, 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 скопа. Окей, знаешь что? Мы идем на скопу. В рейд на скопу. Скопа, добро пожаловать. Она хоть что-то сейчас делает. Есть шансы, что мы не проиграем все. И знаешь что? Найми мне этого опоссума на будущее. Просто, чтобы бафать. У нас есть одна скопа. Она делает билд. Она призывает одного зверя. Крохотные мафиози и горячие ягодицы. Опять? Раунд реванш. Давайте ягодицы, покажите, что у вас есть. Лягушка стреляет по 3. Это неплохо для ее ранга. И мы возьмем этот раунд. Морской лев не тащит. Салат латук. Даст плюс один зверям третьего ранга. Это скопа и бык. И рыба. Одну секунду. Всем салата. Хо-хо. Круто. Еще бы салата. Знаешь что? Как насчет авокадо и перенести деньги на следующий раунд? И поискать слизняка. Мы только что забафали статы офигенно. Мы получили плюс 6 на команду. Правда, в нашей команде немножко трешовых бойцов есть. Но это так, мелочи. О, муравей с яйцами. О, они все стреляют яйцом в моих зверей. Капец. Что-то какая-то большая сорока, да? Хорошая сорока, большая. И теперь у нас есть деньги, золото для того, чтобы все потратить на прокрутку магазина в поисках слизняка. Слизняк, дамы и господа, слизняк. Слизняк. Нам нужен слизняк. О, лягушка, лягушка, давай мы тебя купим. Случайный друг из текущего класса магазина получает плюс 1, плюс 2. У нас такого нет. Макака. Какака. Какака, макака, какака, какака, какака. Какака, какака, кака. У нас проблемы? Все нормально. Просто отлично. This is fine. Окей, нам нужно лягушке дать банан. И заморозить скопу. Рано или поздно мы делаем билд на призыв. Крохотные мафиози против древнейших самозванцев. Древнейшие самозванцы. Хотя бы мы сняли обезьяну большую. The Big Monkey. Хедшот. Вот это был выстрел красивый. Лягушка крутая. Окей. Лягушка хороша. К лягушке претензий нет. Теперь салат действует на четвертый ранг. Вот такое нам уже не подходит. Третий, четвертый. Окей, ну заморозь мне салат. Сайга. Та самая сайга.
А мне видосы, игра крутая. Давай ее тоже заморозим. Наверное, мне нужно ее поставить. Но что если мы сейчас... Две сайги, окей, две сайги надо ставить. Но что если мы сейчас... Что если мы сейчас найдем? Слизняка. Нет, он не существует. Окей, сайга, добро пожаловать. Все. Все, я успокоился. Нам хана. Окей, вперед. У нас есть 10-9. Крохотные мафиози против туманных тортиков. У них наш слизняк. Вот он билд, который я хотел. Овцебык качается. Да, у них еще кефалот есть. А, я не подумал об этом. А еще они в кокошниках. Реально можно кефалота комбить с этой, с быком. Чесель, мы победим. Мы выиграли. Даже без этого. Даже без всего. О, пошла жара. Так. Пошел второй уровень скопы. Пошла сайга. А дальше чего? Стой. Скопа теперь призывает два сурка. Нам нужно место. Надо либо овцы быка убирать, либо древолаза. Либо рыбку. Наверное, убираем рыбку, да? Либо быка. Бык слабенький. Окей, мы можем еще одну рыбу поставить сейчас. Может, мы слизня найдем? А, нет, нам кого-то вперед надо поставить. Стойте. Эму? Кула-нянька? Потратив все трубы, наносишь урон зверьку? Что? Зверек теряет сознание, случайный друг получает очки атаки этого зверька? Что? Стой. Окей, мы что-то делаем не так. Хьюстон, у нас проблемы. Поставить пока что муравья. Мы... Кого-то на один раунд. Муравей пойдет. Муравей норм. У нас большая скопа. Крохотные мафиози против бесстыдных разведчиков. Бывают стыдные разведчики. Это сильная скопа. Смотри на ее мощь. Недооцениваешь мощь моей скопы. Ты знаешь, каким-то образом эта команда работает? Непостижимым образом. Если это глупо и это работает, то это не глупо. Так. Кокоду бафает зверей, которые теряют сознание. Но у нас этих зверей один штук, и его зовут Скопа. Окей, рыбку мы можем купить. Ты зачем мне замороженный этот салат? Банан можно выдать не скопе. Может, муравью выдать банан. Но муравья лучше бы заменить на кого-то другого. Окей. Но банан, если выдавать, то выдавать... Окей, просто убрать из заморозки банан. Белуга! Вот она. Этот зверек съедает еду. Зверек проглатывает зверька с левого края в магазине. Мы знаем, что какая комба нам нужна. Окей. У нас есть план, мы будем его придерживаться. Белуха должна съесть слизняка. Это факт. Это ее смысл жизни с сегодняшнего дня начиная. Окей, белуха, добро пожаловать. Ешь. Молись, люби.
А отказывается. Окей, нам нужно найти корм для белухи. Это должен быть слизняк. И мы ей дадим шоколадку. Что если белуха съест волка? Ауф. Не-не-не, нам нужен зверь именно на первую позицию. Вот так вот, на первую позицию. Это должен быть слизняк именно. Может, нам надо убрать рыбу? Поставить бонка? Там нет слизняка? Почему ты их переместил? Окей, это там в белухе нет слизняка пока что. Окей, все. Вот так. Вот так вот. Все. Волк вместо лягушки? Я думаю, вы правы. Я все думал, что лягушка будет стрелять, но она не вкачалась. Нам нужно было, чтобы лягушка вкачалась. Иначе толк вот этого всего. Белухи волка и на третью позицию. Ну тогда скопа не будет делать призыв дополнительный. Мы подумаем над этими всеми вопросами обязательно. Это ящерица 6.20. 6.32 ящерица. Ауф. Почему эта ящерица такая большая? О, нет. У нее так много хвостов. И хвосты бафаются рыбой. Окей. Нам нужен уровень. Я думаю, на... Сайгу? Подожди, на сайгу или на рыбу? Наверное, на сайгу. Или на рыбу. Чат говорит на рыбу. Давайте на рыбу. Сом. Сом — это не то, что нам нужно. Мы, короче, ищем, кого бы скормить белухи. Не знаю, помидоры замораживаем. Видимо. Чтобы всей команде выдать помидоров. Белухи некого скормить, ребят. А может съесть рыбку-петушка? Вы так мертвые. Рыбу хвост кормит. О, это 2018 гориллос. У нас так нет шансов. Абсолютно нет шансов. Сливайте воду, сэр. На кой вам черт богатство? Хотя подожди, у нас ретривер есть. Большой, у них маленький. У нас 13. Мы живы, 1 хп у Сайги. 8 кубков. Красная команда победила. Мы сделали это. Ну все, теперь можно расслабиться и просто выиграть. Наконец, собрав имба-билд. И знаешь что? Тебе помидор. Тебе помидор. Я не знаю. Кому еще помидор? Белуга никого не съела. Она вегетарианец. Она не хочет есть зверей. Она отказывается. Я не знаю. Блоху ей скормить. Хотя бы блоху, да? Хоть кого-то. Да ну, уже денег нет. Все, деньги кончились. Ялу кого-нибудь надо было. Я искал кого-то на призыв. О, бульдог.
28 здоровья, бульдог. Смотри, шелкопрятый бульдог 3 уровня. Жесть. Но мы взяли 8 кубков, и я очень доволен, что мы смогли как-то такой командой на 8 кубков выйти. Я счастлив. Мы сняли Бонка. Ну, у них, кстати, нет Бонка, смотри. Блин, 22 хп. У нас еще жизнь. Боги. Мы прокачаем Сайгу. Медведь. Окей, иди нафиг, Белук. Кыш, отсюда. Дайте медведя в эту команду. Хоть что-то. Окей, надо посчитать. Раз, два. Блин, бонг не работает нормально. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бесполезно. Нам нужно пять. Попасаем. Выкинь Сайгу, устарела. Окей, Сайга устарела, говорят. Чат говорит, Сайга устарела. Медведь сломал логику. Медведь сломал логику. Медведь сломал его. Медведь сломал его. Геймер, продай тебя. Купи мне кальмара. Дай мне прокрути мне магазин. Я не знаю, вот так и вот так. Все. Все. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Все, пошли. Вы что хотите жить? Вечно. Мой медведь! Они подстрелили его! Мы тоже вашего медведя подстрелим, понятно? Нет, они подстрелили кого-то еще мне. Ну, всех подстрелили. У них вот-вот лягушка и слизняк, то, что я хотел собрать. Лягушка и слизняк. Смотри, какая лягушка сильная. Она стреляет. А потом она взяла и отпрыгнула назад, спряталась за ящерицу. О-о-о! Вот билд, который... Они украли его, импостеры. Доппельгангер украл мой билд. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситков, а не примкнешь к ним! Ну, кругом стрим снайперы. Награда! Кири. Это были супер автозвери. Я надеюсь, вам понравилось. Окей, этот пак очень хорош. Он мега веселый. Этот пак просто шедевр.